Привет всем! Я очень рад, что вы смотрите это видео, но если вы смотрите его первым, то я попрошу вас сначала посмотреть те видео, которые находятся на этой страничке сверху. А если вы уже посмотрели те видео, то самое время мне представить вам своего друга, партнера по многим проектам Александра Гершона, с которым мы задумали совершенно гениальное предприятие. В марте 2012 года пройдут танцы конца света. Итак. Спасибо, Сережа. Здравствуйте. Танцы конца света действительно гениальная идея. В том смысле, что это гениальная идея, потому что она достаточно сумасшедшая. Что можно сделать с концом света? Ну, на самом деле, самое лучшее, что можно сделать, это отпраздновать его. По-настоящему отпраздновать. И танец – это очень хороший способ праздновать любые явления жизни. И под танцем мы подразумеваем не только танец как физическую практику, но и танец как способ отношений, способ взаимодействия с любыми явлениями в жизни. Ну и мы считаем, что мы выбрали оптимальное время, потому что март – это как раз за полгода до официального конца света. Будет он или не будет, но в марте 2012 года имеет смысл начать готовиться. Мы выбрали очень хорошую компанию, мы уже знаем, что с нами поедут классные люди, и мы ждем еще более классных людей. И мы выбрали просто супер замечательное место – это остров Бали. Остров Бали – это далеко, это физический конец света для нас, а на острове Бали мы выбрали еще самый краешек, такой вот обрыв, и оптимальный вариант для конца света. Ну и, конечно, мы подготовили много всяких секретов, фишек, всяких интересных штучек, и вот я попрошу Сашу сказать пару слов о этих фишках и штучках. Ну, понятно, танцы конца света, и здесь имеется в виду, понятно, что мы не знаем, будет физический конец света или нет. Но ну, точно знаем, будет. Знаем, но сейчас не скажем. Но там есть много идей, и мне кажется, что каждый человек, который как-то живет сейчас, вот в современном мире, так или иначе с этим сталкивается, задумывается. И очень важно как-то соотнестись с этим по-настоящему, потому что, по крайней мере, персональный конец света нас всех ожидает. Вот. И вот как с этим соотнестись, одновременно по-настоящему, серьезно, глубоко, и в то же время не потеряв легкости, движения, какого-то широкого видения, взаимодействия, вот об этом, с этим будут связаны процессы внутри. Мы будем танцевать, мы будем медитировать, мы будем анализировать свои ощущения, мы будем строить вообще супер такой каталог различных версий и вариантов конца света. В общем, нам будет весело, ну и нам будет очень полезно, потому что, пережив этот тренинг, никакой конец света вам уже будет не страшен. Поэтому приезжайте, мы ждем вас. Мы ждем вас. Да, и там внизу есть ссылка, на которую можно нажать, прочитать все подробности и, конечно же, записаться. До встречи. Редактор